мы приехали на очередную канадскую достопримечательность посмотреть на этот ручей. Он очень такой шумный, такой красивый вид, все классно. Там внизу Сергей, Энни. Я забрался на какой-то камень, пока никого нет. Вот. Я развернусь в другую сторону, а то меня ветром сдувает. Вот. Вообще еще небольшой водопадик. Вот. Он такой небольшой, 280 метров. Вот там люди ползают вверх. Один из самых высоких в Канаде, как тут написано. Но он такой противный, тут вода летает. Дует страшно. Сдувает камни меня. Вообще вода. Все, ладно, я ушел.